колебалась, забарахлила, в местах крепления потрескались белила, вверху искрила, внизу журчала, диспетчер пробил термодатчик, приложение давно не отвечало. Ничто не предвещало. Когда прорвало и полыхнуло, все стали в панике бронировать баулы. Отказ на базе, аншлюз на шельфе, сбежали с экстренной службы и на фоне катаклизмы сняли селфи. А ключ от сейфа в сейфе. В несокрушимом сейфе. Пока мутили разбор завалов, прокуратура, что смогла, разворовала. Бюро прогнозов снесли КАМАЗом, зато диспетчера посмертно наградили именным противогазом. И так вот раз за разом. И так вот раз за разом. С противогазом. Под медным тазом.